Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня хочу снять для вас видео, покажу свой заказ с известного китайского сайта Born Pretty Store. Этот сайт известен тем, что там очень много всяких необходимых продуктов для нейл-арта, для стемпинга. У них очень красивые свои пластинки фирменные для стемпинга, хоть это и китайская продукция, но очень-очень хорошего качества. Вот, и также еще после этого покажу свои покупки тоже для нейл-арта, для дизайна ногтей, для маникюра, которые я заказывала с AliExpress, но тоже очень-очень интересные. Итак, первое, что я вам хочу показать, это на сайте Born Pretty Store у них была акция. Акция, в общем, что-то наподобие кота в мешке. За $1 можно было получить две пластинки. Итак, первая пластинка, которая мне пришла, она пришла вот в таком вот фирменном вот чехле, в коробочке, в боксе. Все пластинки Born Pretty Store, которые фирменные, настоящие, они тоже имеют вот такую вот глянцевую сзади бумагу, где написано вот Born Pretty Store и адрес их сайта. Итак, первая пластина, которую я получила, выглядит вот так. Номер BP14. Я специально, все пластинки у меня еще новые, я не снимаю с них защитную пленку, чтобы вам показать специально, потому что, ну, чтобы сильно вот не отражалась и камера, и я в ней, чтобы вы могли полностью рассмотреть хорошо рисунки. Вот. И, конечно же, если вы не знаете, пленка защитная, она защищает пластину от царапин при пересылке и при хранении, но потом обязательно эту пленку нужно вот подковырнуть здесь вот таким образом и ее снять, конечно же. Вот. Там уже, вот видите, гравировка, рисунок выбит. Вот, и пленку эту удаляете. И перед тем, как начать пользоваться, нужно пластинку, естественно, обезжирить жидкостью для снятия лака, желательно с ацетоном, и которая не содержит масел. Вот, в общем, вот такую одну я пластинку получила фирменную. И вторая пластинка, она была вот в таком вот пакетике. Это подделка под Conad. Вот, здесь написано М38, но, естественно, здесь мы не видим, что это Conad, нет вот таких вот логотипа, поэтому, естественно, это пластинка поддельная, но тоже хорошего качества, также покрыта она защитной пленкой в настоящее время. Ну, в общем, за доллар две такие пластиночки получить, в принципе, в качестве такого сюрприза неплохо. Следующая пластина, она уже именно не диск, вот как те маленькие, а полноценная пластина. Здесь вот много-много рисуночков. Я выбрала такую отпускную тематику, летнюю. Видите, вот Your Summer, вот Beach Party. Здесь и купальники, и вот лежаки. Подводный мир, рыбки, ракушки. В общем, очень-очень классная пластина. И называется она BP-L017. Ссылочки вот на эту пластину и следующие, которые буду показывать, я оставлю обязательно внизу в инфобоксе в описании. Я надеюсь, что вам мои ссылочки пригодятся. Открывайте инфобокс и переходите, заказывайте, если вам понравится. Вот, также я заказала на сайте Born Pretty Store вот такой вот лак для дизайна. Это вот такой вот синий лак, он хорошо пигментирован и отлично подходит для стемпинга. Причем у него не очень высокая стоимость, ну, вот такой вот хороший синий лак. Вот. В целом мне лак понравился, на лак тоже ссылочку вам оставлю обязательно.
Вот, также на этом сайте я заказала себе вот такие вот временные тату. Такие татуировки, которые с помощью воды переводятся. Ну, такие вот котики. Тоже ссылочку оставлю. Вот, и теперь покажу пластинки и наклеечки для дизайна, которые я заказала с AliExpress. Первая пластинка – это серия Dream Girl номер 10. Заказала, ну, больше заказала, наверное, для удовольствия, для баловства, потому что тоже они покрыты, видите, защитной пленкой. Потому что так вот так вот выглядит, а в пленке, вот в синей пленочке, они менее, в общем, сверкают. В общем, больше для баловства, для удовольствия, для коллекции я их заказала. Потому что, конечно же, здесь узоры очень такие маленькие довольно-таки по сравнению. Если сравнить, допустим, вот ноготь, да, то можно взять что-то одно, либо лак для ногтей, либо вот такие вот балетки, либо цветочки. Вот эти вот узоры можно использовать. В общем, что-то по отдельности. В общем, мне понравилась вот эта вот Dream Girl 10 номер. И также я выбрала вот такой вот Dream Girl 6 номер. Здесь вот такие вот девочки забавные, котик. Здесь на прищепке вот такие вот штучки сушатся. Тут бабочка. В общем, тоже можно кое-какие-то фрагменты выбрать. Вот эти вот точечки очень симпатичные, будут хорошо смотреться. Цветочки, вот крестики, вот такая кирпичная кладка. Вот тут девочка такая в машинке едет, интересная. Вот. Ну, также там есть и другие. Ссылочку тоже на эти пластинки я вам обязательно оставлю. Вот, а также на AliExpress я заказала себе переводные водные наклейки. В общем, даже не наклейки, переводки для ногтей. Первая, в которую я просто влюбилась, мне ее даже жалко использовать, это вот такая вот замечательная здесь девушка и липстикс. Вот такие красные помады. Просто шикарная будет смотреться, очень-очень классно с ярким красным лаком. Вот, либо с черным, либо с белым. В общем, можно комбинировать как угодно. Вот такие вот лица классные. Супер. На эти наклеечки тоже оставлю ссылочки. И еще заказала набор кошки. 10, здесь 10, в общем, 10 наборчиков. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, и они все разные. Это тоже водные. Вот, на всякий случай запомните название, потому что там надо выбирать. Вот, 21,99, 21,95, 21,98. Такие классные силуэтики. Чем-то они похожи, да, вот на этих вот кошечек с тату. 22,00. 21,94, 21,93, 21,97, 22,03, 22,02. Такие тут рыбные скелетики. 22,01. И 21,96. Вот. И также сейчас еще покажу вам две пластиночки, которые я заказывала на сайте BuyingCoins. Тоже поищу, обязательно поставлю вам на них ссылки. Это очень удачная подделка под конат. Видите, это такие вот для френча. Узорчики М56. Очень дешево я заплатила, но хорошо работает эта пластинка, хорошая гравировка здесь. Вот, поэтому тоже рекомендую к вам покупки, чтобы не переплачивать за оригинальный диск. Вполне можно будет заказать с BuyingCoins вот этот вот. Вот, вот такие узоры. И также тоже меня спрашивали, когда я показывала в обзоре покупок своих, меня спрашивали вот про эту плитку. Это плитка
называется у нее название вот XY13, XY13, как вам больше нравится. В общем, здесь довольно-таки крупные узоры, видите, весь ноготь вы сможете покрыть. И, на мой взгляд, она очень удачная. Посмотрите, какие красивые здесь узоры. Тоже хорошая гравировка. Я, видите, вот фотоальбом у меня такой, недорогой фотоальбом. И я сюда вставляю все свои китайские пластины. Вот, даже через фотоальбом, через файл видно, какие они хорошие. Гравировка очень красивая. Здесь и листики, и цитрус. Вот, вот это очень хороший с цветочками. Вот здесь градиент. В общем, очень-очень приличная такая пластина китайская. И хорошие крупные. В отличие, у меня есть вот такая вот одна тоже китайская. CK04. Вот ее я вам вообще не рекомендую, потому что здесь очень маленькие рисунки, даже на пол ногтя. То есть вообще ничего не покроете. Вот, а вот это вот YY13, я ее на Binecoins покупала. Вот, если мало ли я не найду ссылку, вы просто можете вот это вот поискать, позабивать в поисковик на AliExpress или в Binecoins XY13. Stamping Plate. И вам выдаст система, вы сможете ее заказать. Вот это очень качественное. Вот, на этом все. Буду снимать дальше для вас такого рода тематические обзоры, показывать свои остальные пластинки. Спасибо, что посмотрели мое видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.